о том, как правильно кормить своего кота, как сохранить его здоровье, и чтобы он всегда был такой кусачий, кусачий и непослушный. Друзья, что ж, начинаем? Сегодня у нас будет речь с вами о витаминках и о правильном корме для того, чтобы ваш котейка был всегда здоровый, чтобы он рос здоровым. Все зависит от его питания. Ну что, Люк, давай покажем нашим зрителям, какие мы принимаем с тобой витамины. В общем, пока я только что снимала повторное видео, он уже съел вот эти вот губки такие. Наибольше он любит витаминки вот в форме вот таких вот губ. Он по ним просто сходит с ума. Люк, смотри, смотри. Вот-вот-вот, он уже тут раскинул, он не понимает, что происходит. Просто хочу показать, какой корм сейчас наиболее лучше всего подойдет для вашего кота. Ну куда, куда ты открыл уже? Это я открыла уже пачку. Вот еще вот... Ты смотри на него. Вот такие вот еще витамины он обожает. Вот такого плана. Это такие палочки. Сейчас я покажу вам. В принципе, что они себя представляют. Курка-то качка. Вот, он их тоже любит. На, иди сюда. Иди сюда. Вот, давай, запрыгивай. Запрыгивай сюда. Ну-ка, танцевай. Давай. Покажи, как ты умеешь танцевать. Ой, он сразу рычит. Сразу рычит. Ну ладно, пока Люб в стороне себе кушает там это все дело, вот. Мы с вами почитаем, что из себя представляет вот такая пачка корма и вот такая вот, которую я недавно совершенно купила. Вот, это корм от фирмы Royal Canin. И сейчас мы с вами почитаем отзывы про этот корм и также прочитаем, почему нужно выбирать рацион кошки именно благодаря тому, если мы разбираемся... Что это за порода? Народ, он так шипит. Господи, ему так нравится эта колбаска, что он готов разодрать меня просто. И он, кстати, сейчас пускает когти. Вот упала твоя сосисочка эта, да? Упала, на, на. На, никто у тебя не забирает. На, держи. Боже, как она ему нравится. Когти пускает, народ. Держу зверя на руках страшного. Ну иди сюда садись, иди сюда на свое место. Вот тут сиди и грызи эту штуку. Главное ее перегрызть. Ну в общем, друзья, пока Люк будет играться вот этой штукой, которая, кстати, у него вызывает какие-то приступы агрессии, мне страшно, он тигр растет страшный. Вот. Я вам почитаю, что это. Это мясная палочка премиум курка-такачка, ласточка для котів. Склад м'ясо и м'ясні інгредієнти 95%, зокрема 30% курки, 15% скачки. Вот эта штука продавалась вот так вот вместе, все скрепленное, за 38 гривен. То есть цена допустимая. Таблеточки, витаминки по гривне одна штучка. Ой, кстати, вот у меня упало, и он уже поймал. Поймал. Поймал витамины. Ты сегодня у меня обжора. Ну, ты обжора конкретный сегодня, да. Ну-ка, покажись, какой ты вырос уже, да? Вот, чтобы кот рос вот такой вот красивый и здоровый, нужно правильно его кормить. Правильно выбирать рацион для кота или кошки. Нужно в первую очередь исходить из того факта, что мы имеем дело с облигатным хищником. Это значит, что поддержание здоровья организма кошки требуются только белки животного происхождения. В природе единственным рационом как бы, вот, для вашей кошки вот, является пойманная на охоте добыча. Но как правильно кормить домашнего кота, незнакомого с единственным образом жизни? Поговорим об этом подробнее. Друзья, что я могу сказать? Мы сейчас с вами будем смотреть основные ошибки при выборе рациона, а также я бы хотела разобрать сам состав вот этого корма Royal
внимание, почему он такой как бы популярный и как для котов, так и для собак, в принципе, что в нем есть такого особенного, что на рынке вот как бы стоит вот этот пакет 29 гривен. То есть я прошлась, я, конечно же, нашла магазин, где еще возможно реально купить вот такой вот пакет для наших маленьких за 27 гривен, да? Но в основном эти корма, вот этот пакет 900 гривен, этот, сколько я давала, 100 с чем-то гривен, вот. То есть, чтобы правильно, но лучше не сэкономить на цене, вот. Он как бы растет такой вот красивый, да, у вас такой красивый шерсткий, а главное здоровый, его не мучают глисты. Ой, тихо. Ну, я просто корм обычно на холодильнике сверху держу, но он прыгает прямо на холодильник, вот с пола на холодильник может прыгнуть. И у тебя вот дай ему и все, ой, ненормальный кот. Ты у меня тигром вырастешь, правда? В общем, давайте с вами почитаем. Информация от производителя, если речь идет о готовых кормах, носит отчасти рекламный характер. Таков закон рынка. Поэтому слепо доверять рекламе тоже не стоит. Можно обратиться к специалисту, но в вопросе, как кормить кошку правильно, советы ветеринара не всегда могут стать панацеей. Во-вторых, ветеринарных диетологов в России не так много. И, короче, это как правильно кормить котов и кошек. В общем, друзья, давайте с вами почитаем именно про корм для кошек Royal Canin. Вот этот вот пакетик. Что в нем есть такого полезного, что его так рекламируют? Вот, корм для кошек Royal Canin, плюсы и минусы. Среди преимуществ корма очень широкая линейка, есть влажные корма, паучи, консервы. К влажным кормам как раз относятся вот такого плана. Широко распространен, есть практически в любом зоомагазине. Достаточно богат витаминами и минералами. Среди недостатков присутствует пшеница, кукуруза, типично для премиум-класса. Много растительного белка, неизвестное качество сырья, из которого получены дегидрированные белки. Вот. Не указано, какие именно используются консерванты и антиоксиданты. Люк, давай мы с тобой продемонстрируем, какую, в принципе, дозу нужно на один раз, вот когда вы даете коту покушать. Это приблизительно где-то вот половиночка из той порции, которая ему дается. Вот. Корм выглядит такими мясными колбасочками нарезанными. Вот сейчас я вам еще покажу, как он выглядит, в принципе, сблизи. Вот такая вот пачечка у нас, да. Вот тут, в принципе, так написано. В принципе, на пакете все написано, для чего, как и сколько. Но для того, чтобы правильно прокормить своего кота, вам нужно еще использовать дозатор. То есть это вот такой вот приблизительно стакан. Нет. Люк, что ты делаешь? Ой, он просто в камеру захотел. В общем, вот это вот должен быть. Люк очень знает хорошо. Я знакомлен с вот этим стаканом. Смотрите, друзья. Что это у нас такое? Вот, видите, у меня есть такой стакан. И чтобы правильно сделать дозировку еды, нужно... Ну, голодный. Ну, сейчас, подожди, ты уже у меня один раз уронил еду. Рассыпал это все. В общем, друзья, вот так вот приблизительно должна выглядеть правильная нормированная доза для вашего котенка. Все, кушай. Ну, в общем, вот эти вот корма, они просто обожают, просто вкуснятина для них. И запах для них, они просто от него сходят с ума. Правда, Люк? Кушай, мой хорошенький. Ну, а мы с вами посчитаем сейчас еще немножечко инструкции. Сравнительно высокая цена. Некоторые суперпремиумы стоят не дороже. Не указано, какие именно используются консерванты и антиоксиданты. Корм для кошек Royal Canin. Отзывы. В России корма для котов и кошек Royal
продаются давно, при этом их активно рекламируют. В результате их покупали многие владельцы питомцев, благодаря чему и отзывов есть очень много, кстати. Вот. Корм не самый дешевый, но кроме него мой кот мало какие корма признает, пишет Дарья. Большинство из тех, что пробовали, очень плохо ест, поэтому обычно покупаю формулы для привередливых котов, но на этот раз для разнообразия взяла 2 килограмма пакет Royal Canin для британских короткошерстных кошек. Мой кот такой породы. Теперь о самом корме. Он сделан в виде довольно-таки крупных крокетов светло-коричневого цвета с типичным маслянистым отблеском. Запах, как и у большинства кошачьих кормов, своеобразный. Кот ест хорошо, вроде не хуже, чем формулу для привередливых. Пакета весом 2 килограмма хватает на 2 недели. Ну вот такой вот у нас пакет, сейчас я вам скажу сколько. 115 гривен, здесь как бы в этом пакете есть 400 грамм. Вот. В таком, конечно же, у нас уже больше. Поэтому и цена у нас такая вот как бы. Никаких неприятностей после кормления нет и не было. Если почитать состав, то корм очень даже неплохой. В нем есть все, что нужно взрослому коту. Это белки, жиры, витамины. Поскольку моему коту Royal Canin Adult British Short Hair пришелся по вкусу, рекомендую попробовать с ним, у кого британцы. Вот. И тоже прислали фотографию, как бы. Сегодняшние мои отзывы будут о корме Royal Canin Sensible 33, которым кормлю своих 2 котов и 1 кошку. Еще с кормами эконом-класса говорила, лучше не связываться, потом на лечение больше потратить можно, чем сэкономишь. Это правда, потому что вот такие корма, они действительно, хоть они буквально там на каких-то 7 гривен дороже, но просто ваш малыш, он будет здоровый, ему этот корм будет нравиться, и он будет реально крутой расти. В завершение скажу еще, что рацион на моих любимцев состоит не только с сушки. Стараюсь подкармливать мясными продуктами, консервами. Но так как спасибо за внимание к моему отзыву. Вот. Давайте зайдем на другую страничку и почитаем, что там пишет. Про наш с вами любимый корм Royal Canin. Вот. Сейчас я зайду и мы посмотрим с вами. Вот состав корма Royal Canin. Ознакомимся с составом корма Royal Canin на примере варианта Adult British Short Hair для взрослых кошек британской короткошерстной породы. Изолят растительных белков, дегидратированные белки животного происхождения, птица, рис, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения. Вкусоароматические добавки, мука из зерновых культур, это может быть также рыбий жир и соевое масло. Вкусно, правда? Малыш, ну, и у него тарелку попробуй забрать. Он не понимает, что это, правда? А ну ты на ручки не хочешь ко мне? Он сразу такой добрый становится, когда он покушает. Нет, он тянет к тарелке его, правда? Хотя вкусно покушал. Кто вкусно покушал? Ты еще хочешь? Ты еще хочешь? Ну, пупс. Пупс. Иди, иди, иди кушай. Его от тарелки не забрать. Правда? Он каждую эту штуку смотрит, чтобы ему все хватило. Иногда он так мяукает, когда он хочет кушать, он так прям мяу-мяу-мяу, правда? Не. А ну, Люк, что это? Это что такое? Что это такое? А его это уже не интересует. Ну, в общем, смотрим ингредиенты. Источник лютеина, гидролизиат испанцы, добавки в 1 кг, питательные добавки, витамин А, витамин D3, железо. В общем, в принципе, в этом корме есть абсолютно все, в чем нуждается ваш кот. Первые 2 ингредиента – изолят растительных белков и дегидрированные белки
Животного происхождения птицы. Понятно, что эти компоненты являются источниками протеинов. К сожалению, не уточнено процентное содержание данных ингредиентов. Далее в корме есть еще гидролизат белков животного происхождения. Тоже источник протеинов, плюс это натуральная вкусоароматическая добавка. В рассмотренном варианте на первом месте растительные белки, которые менее полезны, чем животные. Однако во многих других вариантах корма основной источник белка все же мясные ингредиенты, как всегда. Источниками углеводов в корме выступают рис, пшеница, мука из зерновых культур, каких не уточняется. Источниками жирных кислот – животные жиры, рыбий жир и соевое масло. Источник клетчатки – растительная клетчатка, каких растений неизвестно. Вот. Плюсы и минусы. Преимущество корма – очень широкая линейка, как я уже говорила, не будем повторяться. И давайте также рассмотрим еще некоторые отзывы покупателей. Вот, пишет какая-то Ирина. Вот. Купила кусочки в желе Royal Canin Kitten Instinctive, корм премиум класса. Это настраивало на позитивный результат. Реклама описывает его как разработанный с учетом всех потребностей животного, а состав разработан ветеринарными врачами. У меня есть как бы second age kitten. Kittens up to 12 months old, shantons для кошенят віком до 12 місяців. То в мене тут склад, наприклад, дегідратовані протеїни м'яса птиці, рис, ізолят рослинних протеїнів, тваринні жири, кукурудзяне борошно, гідролізат білків тваринного походження, пшеничне борошно, кукурудзяний глютен, дріжджі та їх частки, буряковий жов, рослинна клітковина, рибічий жир, соєва олія, мінеральні речовини, фруктолітосахариди 0,38%. Спосіб вживання. Дивіться таблицю, код партії. В общем, в принципі, тут також на цьому кормі все зазначено. Ну, як бачимо, Люб вже поїв. От, він вже не такий холодний, як він був до цього. Що? Я можу сказати, що, в принципі, харчування вашого малюка дуже сильно залежить від годування. Тому що, якщо ви будете його годувати, наприклад, там я давала йому гречневу кашу, але він не буде рости такий здоровий. От, просто правильно підбирати корм для вашого малюка. Ну що, йдемо ще почитаємо? Далі смотрить на корм. Йдемо ще почитаємо про корм. Йдемо почитаємо про корм. Давай, які там отзыви ще. Кстати, мы первого питомца кормили человеческой пищей. После каждого посещения ветеринарной клиники узнавали о себе много интересного. Тем не менее, котик прожил почти 17 лет, и за эти годы только пару раз там что-то, какие-то глисты у них были. Вот. Сам корм, ну вот, для разных как бы стоит по-разному. То есть корм для котов и кошек Royal Canin Mobility 196 гривен, вот тут через интернет можно заказать, Франция, Польша, Украина. То есть самые-самые такие различные отзывы, различные виды. Вот. Мы покупали несколько видов этого корма, сейчас я вам покажу поближе, мы сможем с вами показать, правда? Люк, ну тебе какой наибольше нравится? Вот этот? Или смотри, давай, вот этот. Тебе нравится вот этот. Ты хочешь еще один пакет сегодня съесть? Скажи всем пока. Еще не прощаемся? Не прощаемся? Дурак. Смотрите, друзья, вот самые различные расценки на канале, да? То есть, ну все, мы с Люком говорим.